Школьникам необходимо основательно отдохнуть на каникулах и получить заряд энергии и бодрости на весь следующий учебный год, чем и стараются помочь сотрудники детской библиотеки. Они ежедневно ждут в гости участников летнего лагеря. 14 июня они подготовили интерактивно-развлекательную программу. Ребята участвовали в викторине, угадывали отрывки сказок, мультфильмов и песен. Увлекательная викторина оказала положительный результат на ребят и подарила веселые эмоции всем присутствующим. Понравилось. Отгадывали музыку, загадки и фразы из каких мультфильмов. Отгадывали загадки по мультикам, отгадывали мелодии из каких-то мультиков. Сотрудники библиотеки такими мероприятиями стараются привить любовь к чтению детям, особенно летом. Ребята вспомнили детские сказки и как будто побывали в гостях у любимых героев.